конечно, очень рада, что удалось поучаствовать в этом турнире. Такие условия. Значит, у нас команда всего второй раз участвуем в таком турнире такого уровня. Мы, в общем-то, приехали набираться опыта, учиться, потому что наша академия всего 3 года существует, поэтому уровень, конечно, очень хороший. Мы пока отстаем, но все-таки соперник, конечно, намного превосходил нас во всех компонентах. Радует то, что мы смогли забить все-таки 2 мяча. Конечно, это первая игра, сложно. Но условия, конечно, отличные.